Меня зовут Дмитрий Кипень. Сегодня завтракаем вместе. Предлагаю приготовить классическую яичницу и подать ее на хлебце. Нам понадобится бекон, томаты, хлебцы и, конечно же, куриное яйцо. Начинаем готовить. Разогреваем сковороду. Добавляем туда масло. Помидор нарезаем на небольшие дольки. Также нарезаем бекон. И отправляем это все на сковороду. А также зелень. Сразу же отправляем туда зелень. И наш бекон, помидоры и зелень необходимо разделить на две части. И на каждую из них мы добавим по одному яйцу. Ждем буквально 2 минуты, пока обжарятся яйца. Яйца обжарились, и выкладываем их на хлебце. Одно яйцо на один, второе на второй. Классический, правильный, питательный завтрак готов. Завтракайте вместе со мной. Хорошего дня, приятного аппетита.